затерянный среди дремучих лесов. В старой избе с покосившимися воротами жили-были бабушка с внуком. Бабушка была стара, а ее внучок Ванюша еще очень мал. Жили они так бедно, что иногда им нечего было есть. Наступила зима. Приближался Новый год, но не весело было в избушке. Праздничное угощение приготовить нечего, да и подарков купить не на что. Вечером, когда стемнело, бабушка посадила Ваню рядом с собой и сказала: «Внучок, сказывают, что где-то в наших лесах растет удивительная елочка. Будто бы тот, кто придет к ней в новогоднюю ночь, получит любой подарок, какой пожелает. Любой подарок и даже шарманку?» – спросил Ваня. Он давно мечтал о маленькой шарманке, которую видел на одной картинке в книжке. «Конечно», – улыбаясь, ответила бабушка, – «вот вырастешь и найдешь обязательно эту елочку». Бабушке очень хотелось хоть как-то поднять Ване настроение в предновогодний вечер, поэтому она и рассказала ему это предание, хотя сама не очень-то в него верила. Мальчик же сразу поверил в то, что волшебная елочка существует. Как только бабушка уснула, Ваня натянул валенки, старую шубейку, схватил шапку и вышел из избы. На улице было темно и холодно, шел снег. Но мальчик не испугался и побрел в лес искать волшебную елочку. Долго плутал Ваня. Он устал, замерз и заблудился, но продолжал идти дальше. Навстречу ему выскочил заяц. Увидел заяц Ваню и спрашивает: «Что ты делаешь ночью в лесу?» «Ищу волшебную елочку», — ответил мальчик. «Не знаешь, где ее найти?»
Не знаю, расстроенно сказал заяц. А можно я пойду с тобой искать елочку? Конечно, обрадовался Ваня, вдвоем гораздо веселее. Они пошли дальше. Заговорились по дороге. И чуть не налетели на лису. «Идете?» – спросила лиса. «К волшебной елочке за подарками», – ответил Ваня. «Не слышала ли ты о ней?» «Нет, не слышала». «А можно мне пойти с вами?» – поинтересовалась лиса. «Можно, только если ты…» – неуверенно начал Ваня, прикрывая собой зайца. «Не бойся, зайца не трону». В новогоднюю ночь в лесу наступает перемирие, и звери не трогают друг друга, заверила его лиса. И вот они пошли втроем. Вдруг видят! Навстречу we'll be right back.
Здорово! Прорычал волк. Куда топаете? Мы ищем волшебную елочку, которая дарит подарки, ответили все хором. Я тоже хочу подарок. Мне никто никогда ничего не дарил. Возьмите меня с собой. Хорошо, идем с нами, согласился Ваня. И вот отправились они вчетвером. Свет луны пробивался сквозь деревья, освещая им дорогу. В компании зверей Ване было совсем не страшно, а даже весело. Они шли и шли, но елочка все не показывалась. Вдруг с дерева упала шишка. Подняв голову, друзья увидели на ветке огромного черного ворона. Вот кто нам поможет, обрадовался заяц. Это же мудрый ворон, который знает все в лесу. Здравствуйте, господин мудрый ворон, пробасил волк. Мы ищем волшебную елочку. Подскажите, пожалуйста, как нам ее найти? Здравствуйте, друзья! Громко прокаркал ворон. Я знаю, где растет елочка. Это совсем рядом. Но перед тем, как указать дорогу, хочу предупредить вас, что елочка дарит подарки только добрым и хорошим. Злые и жадные не получат от нее ничего. Все мои друзья очень добрые, сказал Ваня. Елочка обязательно подарит им подарки. А раз так, слушайте. Идите прямо до дерева с большим дуплом. От этого дерева поверните направо, а там уже до елочки рукой подать. Спасибо, ответили друзья хором и пошли по указанному пути. Торопитесь! Елочка дарит подарки только одну ночь в году. Эта ночь сегодня! Прокричал он вслед ворон. Прошло немного времени, и путешественники дошли до могучего дерева с большим черным дуплом посередине.
Повернув направо, друзья увидели вдалеке необычный свет. Голубые, желтые, зеленые, красные огоньки сверкали и переливались среди деревьев. «Скорее! За мной там волшебная елочка!» — закричал Ваня и побежал вперед! Посреди леса стояла пушистая молодая елочка, вся украшенная блестящими игрушками и сверкающая разноцветными огнями. Каждому из друзей елочка подарила то, о чем он мечтал. Зайцу целый мешок сочной морковки, лисе конфеты и красивую шубку, волку черный бархатный кафтан, а Ване маленькую изящную шарманку с тремя удивительно нежными мелодиями. Под елочкой нашелся и подарок для бабушки. Кожаный кошелек, наполненный золотыми монетами. Попрощавшись с елочкой, радостные и счастливые друзья отправились в обратный путь. Звери проводили Ваню до выхода из леса и договорились, что в следующем году непременно снова пойдут вместе к волшебной елочке. В это время бабушка проснулась и, не найдя Ваню дома, очень испугалась. От страха она растерялась и присела на лавочку, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать. Тут дверь распахнулась, и на пороге появился Ваня, веселый, румяный, да еще и с подарками. Это был самый радостный Новый год в маленькой избушке с покосившимися воротами.